Из всех ваших гостей, кто был, по вашему мнению, если возможно, с фамилией, самым лживым? Вот вы сидите, и он вам рассказывает: боже мой, я так люблю свою страну. И вот, значит, любил и страдал, их и недострадал. Было немало. Ну, вот я вам скажу, что по вашему виду, когда вы берете интервью, совершенно непонятно, как вы относитесь к собеседнику. Если я очень собеседника люблю или уважаю, это всегда видно. Для этого можно посмотреть мои интервью с Евтушенко, с Анатолием Лохиным, с Кашпировским. Там, да боже, я могу назвать десятки фамилий, с Виктюком, с Говорухиным. Да, это видно. Когда я человека люблю, я его люблю. Когда я его не люблю, я это иногда скрываю. Мне же нужно показания от него получить. Что же я его буду своей нелюбовью сбивать с толку?